Мажилисмены готовы помочь выяснением причин, которые спровоцировали ситуацию в Курдайском районе Жамбылской области. Об этом рассказал депутат Нурлан Дулатбеков. В Мажилисе он член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе. По телефону депутат беседует с избирателями и призывает их не поддаваться на провокации. Я в первую очередь выражаю соболезнования от себя и от имени моих коллег, семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления потерпевших. Это очень печальное событие. Успокаивает, что ситуация под контролем президента Республики Казахстан. Среди членов правительственной комиссии есть члены парламента. И если нужна помощь, мы тоже готовы оказать содействие. Главное сейчас, мне кажется, не надо поддаваться провокациям и сохранять спокойствие и стабильность. Мне кажется, в первую очередь надо выяснить причины и условия. Надо привлекать тех, кто был зачинщиком и организатором. Мир и согласие – это было нашим главным достижением все эти годы.